Всем-всем доброе утро! Меня зовут Вика, я тренер Melon Fashion Gym. Сегодня выходной, и я хочу пригласить каждого желающего начать этот день вместе со мной с утренней общеукрепляющей тренировки Total Body. Для урока тебе понадобится удобная спортивная форма, коврик и сегодня гантели. Если гантели не оказалось под рукой, вы всегда их сможете заменить бутылкой с водой. Начинаем, как обычно, с разминки. Я каждому желаю хорошей тренировки. Итак, мы с вами начинаем с небольшой разминки. Для этого встаньте удобно, расправьте область грудной клетки, опустите лопатки по позвоночнику вниз и потянитесь макушкой наверх. Сделайте вдох, потянитесь руками наверх, выдох, руки через стороны вниз, еще раз вдох, плавно выдох. И начинаем с наклонов головы в правую-левую сторону. Еще 4, 3, 2, 1. Возвращаем голову в центр и начинаем выполнять поворот. Еще 4, 3, 2, 1. Центр. Начинаем вращение плечевым суставом. Поднимаем лопатки наверх, уводим их назад и опускаем вниз. 8, 4, 3, 2. То же самое вперед. Вперед. Округляя спину, разводим лопатки по сторонам. Еще 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Руки в стороны, уходим боковой наклон вправо-влево. Четыре. Три. Бедра на месте. Только верх корпуса. Один. Хорошо. И теперь ставим ногу сбоку. Выполняем приставной шаг. Руки через стороны наверх. 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 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Захлёст, 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 захлёст. 4, 3, 2, 1. Руки спереди назад. Лопатки к центру. Сводим лопатки и прожимаем их. 4, 3, 2, последний раз. Колено к груди. Разворачиваем бедро в сторону. 4, 3, 2, последний раз. Ноги расставляем шире. Продолжаем. Выполняйте приставной шаг. Добавим небольшую амплитуду. С наклона вперед. Разогреваем поясницу. Ставим ноги широко. Таз вводим назад. Положение выпада. Ровная спина. Можно оставить руки перед собой. Можно положить к себе на бедра. Остаемся на правой ноге. И пружиним. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. С выдохом выпрямляем правую ногу и уходим к правой ноге в складку. Тянемся животом к бедру, подбородком к голени и пружиним. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Статика держим. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Переходим на левую ногу, вводим таз назад, сгибая колено. Начинаем пружинить, вытягивая внутреннюю поверхность бедра. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Выпрямляем левую ногу и начинаем пружинить с небольшой амплитудой. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пауза держим. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Возвращаем корпус в центр. Собираем гармошкой ноги вместе. Наверху делаем вдох и выдох.
Итак, берем гантели и приступаем к основной части. Начинаем мы с вами с обычных наклонов. Для этого поставьте ноги на ширину таза, выровняйте стопы в параллель друг к другу и присогните слегка коленный сустав. Подтяните низ живота, раскройте область грудной клетки и потянитесь макушкой наверх. Мы будем проскальзывать гантелями по бедру, опускаемся ниже колена до середины голени, с ровной спиной, с выдохом вырастаем наверх. Вдох, наклон, выдох наверх, вдох и выдох, вдох и выдох. И с выдохом собираем себя наверху сильными ягодичными мышцами. Еще 10, выдох, 9, выдох, 8, спину не округлять, 7, 6, лопатки стремятся к центру, 5, 4, 3, 2, 1. И внизу будет пульсация, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Подъем корпуса наверх и снова наклон. 10, выдох, 9, выдох. Мышцы пресса в тонусе, все тело работает. Еще 6, 5 и дышим. 4, 3, 2, 1. Внизу снова пульсируем. 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, последний раз, вырастаем наверх, подкручиваем копчик вниз, убираем чрезмерный прогиб в поясничном отделе, вот такого вот положения быть не должно, мы подтягиваем живот, добавляем всего внутреннему блоку тонуса, плечи опускаем вниз и тянемся макушкой наверх, с выдохом сгибаем локтевой сустав, гантели к плечу, вдох, опускаем руки вниз, выдох, вдох. И на выдохе прожимаем бицепс. Еще 8. Выдох. 7. 6. 5. Стараемся корпус не раскачивать. 4. 3. 2. Поработаем только до середины. Середина. Вниз. Середина. Вниз. Еще. Еще 6. Еще 5. 4, 3, 2. И то же самое движение, но уже от плеча до середины. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Середины держим. 2, 1. Раскрываем руки в стороны, разворачиваем кисти рук наверх. И начинаем также сгибать локтевой сустав. Выдох. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Последний раз. 1. Хорошо. Снова разворачиваем кисти друг на друга. Уходим в небольшой наклон корпуса, буквально 45 градусов. Ровная спина и низ живота у нас все время подтянут. В нижней точке кисть под плечом, и мы подтягиваем гантели примерно на уровень нижних ребер к талии. С выдохом собираем лопатки, локти назад. Выдох. Выдох прожимаем. Всего 4, 3, 2, наверху стоп, и начинаем также пульсировать. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, последний раз. Хорошо, подъем наверх. Левой ногой делаем шаг назад, смещаемся в опору на правую ногу, гантели опускаем вниз, соскальзываем снова гантелями по правой ноге, с выдохом вырастаем наверх, снова вдох. Выдох, вдох, выдох, еще 10, небольшое количество повторений, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, внизу пульсируем, 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, стоп. Наклон корпуса вперед. Левое бедро уводим за правое. Колено левой ноги направляем вперед, сгибая правое колено. Уходим в небольшой присед. Руки в опоре. С выдохом толкаем себя правой ногой наверх. Вдох, выдох. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Внизу пульсируем. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Снова выдох. Правую ногу выпрямили, левую толкнули наверх. И еще 6. 5, 4, 3, выдох, 2, последний раз, 1, и снова пульсируем, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, хорошо, левую ногу подставляем обратно, с круглой спиной вырастаем наверх и встряхиваем бедра. Можно правую ногу согнуть в коленном суставе. Если забилась передняя поверхность бедра, подкрутите таз копчиком на себя и колено направьте в пол. Правой ногой шаг вперед, стопа на себя, вдох. С выдохом уводим таз назад. Вытягиваем заднюю поверхность ноги. Можно опуститься еще чуть глубже и подышать здесь. Хорошо? Подъем наверх. Итак, мы с вами идем дальше. Мы опускаемся вниз с ровной спиной. Это важно. Берем гантели и разворачиваемся вперед. Ставим ноги шире ширины плеч. Разворачиваем стопы до угла 45 градусов. Раскрываем область грудной клетки. И начинаем уходить в положение приседа. Уводим таз назад. С выдохом, собирая ягодицы, поднимаем себя наверх. Вдох и выдох. Вдох. Выдох. Еще 8. 7, 6, 5, спину не округляем, 4, в нижней точке груди тянемся наверх, 3, 2, и внимание, будет небольшая пульсация снизу, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, с выдохом поднимаемся наверх и разворачиваемся в другую сторону. Левая нога у нас оказывается спереди, правую ставим на носок назад. Смещаемся в опору на левую ногу. Опускаем лопатки вниз и уходим в наклон. С выдохом возвращая себя наверх. Вдох, выдох. Еще 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, внизу пульсация, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Кладем гантели перед собой, правое бедро заводим за левое, колено направляя вперед. Мы сгибаем левое колено с выдохом, левой ногой толкаем себя наверх. Четыре, три, два, один. Призгибая левое колено, начинаем пружинить. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Снова толкаем себя наверх. Выдох, выдох. Еще 4, 3, 2, 1, снова пружиним, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, хорошо, круглой спиной вырастаем, встряхиваем бедра, сгибаем левое колено, направляем колено в пол, таз подкручиваем на себя, вытягиваем в данный момент переднюю поверхность бедра, левой ногой шаг вперед, вдох, руки наверх и с выдохом уходим сначала в наклон до параллели спины с полом. Если готовы опуститься ниже, на выдохе также опускаемся вниз к ноге.
Поднимаемся наверх и снова берем с собой гантели. Разворачиваемся в центр, таз подкручиваем копчиком вниз, плечи опускаем вниз от ушей, разворачиваем кисти рук друг к другу и сгибаем локоть. Поднимаем гантели к плечу. Еще 8, 7, 6 наверху, прожимаем бицепс, 5, 4, 3, 2, только до середины, 8, выдох 7, выдох 6, 5, 4, 3, 2, и сверху вниз. Сверху до середины. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Руки в разные стороны. Ладони наверх, потолок. Разгибаем локоть и с выдохом сгибаем. Еще 8, 7, 6, 5, 4. 3. Последние 2 раза. И мы снова разворачиваем гантели друг на друга. Опускаем корпус 45 градусов вниз. Кисть у нас под плечом. И начинаем лопатками тянуться к позвоночнику, обнимать его. Выдох, вдох, выдох, вдох. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, и наверху пульсируем. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Подъем корпуса наверх, сгибаем ноги и опускаемся вниз. Обхватив себя за бедро, перекатом опускаемся спиной на коврик. Ноги ставим на ширину тазобедренного сустава, направляем колени наверх в потолок. Прижимаем крестец, поясницу, грудной отдел коврику. И руками мы поддерживаем гантели на бедрах, на тазобедренном суставе. С выдохом ровную спину мы поднимаем наверх. Уходим в опору на стопы и на верхнюю часть грудного отдела. Со вдохом опускаем ровную спину вниз. Выдох, вдох, выдох, вдох. Еще 8, 7. 6, 5, 4, 3, выдох, 2, 1, наверху пульсируем, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, и снова снизу вверх, прижимая ягодицы наверху, поднимаем таз, и еще 8, выдох 7, выдох 6, 5. И снова наверху пружина. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо, опускаем таз вниз. Если нужно, подтяните бедра ближе к себе. Качайтесь справа, влево. И как будете готовы, разворачивайтесь лицом на коврик. Мы снова берем с собой гантели и принимаем упор на гантелях. Корпус, одна прямая линия в диагонали, колени вместе. Напрягаем заднюю поверхность бедра, ягодицы, мышцы внутреннего блока. Ну и, конечно же, руки у нас сильные, кисть под плечом. Опускаемся вниз, направляя локоть вдоль корпуса. С выдохом толкаем себя наверх. Снова вдох, опустили корпус вниз. Выдох, толкнули себя наверх. Здесь недолго, еще 4. Медленно опускаем корпус, 3. Еще 2. Последний раз. Наверху стоп. И начинаем левую лопатку подтягивать к середине спины. Гантель к талии. Другая рука. Выдох, вдох. 2 отжимания. Медленно вниз. Наверх, медленно вниз, наверх, снова левая рука, лопатка к центру, право к центру,
Два отжимания. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще два повторения. Выдох. Последний раз. Выдох. Выдох. Сгибаем локоть. Последний раз. Хорошо. Таз выводим назад на пятки. Отдыхаем. Большие пальцы рук направляем наверх, потолок. Поднимаем корпус и разворачиваемся снова на спину. Переходим на мышцы живота. Для этого приподнимаем правую левую ногу до параллели голени с полом, расправляем лопатки по сторонам, прижимаем поясницу, фиксируем ее на полу и начинаем разгибать поочередно ноги, направляя их в диагональ, возвращая с выдохом голень обратно в параллель с ковриком. Если готовы, можете опускать ноги ниже. И самый сложный вариант – это уже опустить ногу вдоль пола, по линии пола. Главное – не прогибаться в спине. Еще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, выдох, 2, выдох, 1. Хорошо. Руки в замок, с выдохом голова наверх и приподнимаем корпус до нижних краев лопаток. Живот плоский. Начинаем прокатывать задние ребра в правую и левую сторону, удерживая грудную клетку на весу. Право, лево, право, лево. И теперь начинаем тянуться к разноименной ноге. Еще 4, 3, 2, 1. Центр. Опускаем грудную клетку вниз и растягиваем себя в разные стороны. Можно оторвать поясницу, потянуться животом наверх, вытянуть мышцы живота. И со следующим разом подтяните правое колено к груди. Прикиньте правую ногу согнутую в колени через левую прямую. Лопатку опустите на пол и скрутитесь груда поясничного отделе. Аккуратно раскручиваемся. И все то же самое выполняем с другой стороны. Левое колено подтягиваем как можно ближе к груди. Вдыхаем, останавливаем дыхание. И перекидываем левую ногу через правую прямую голову. Разворачиваем в противоположную сторону от колена. Проверяем обе лопатки в касании с полом. Разворачиваемся, переворачиваемся на живот. Положение сфинкса, руки перед собой. Мы начинаем раскрывать грудную клетку, лопатки соскальзывают по позвоночнику вниз, и грудина стремится вперед, взгляд перед собой. Еще 5, 4, 3, 2. 1. Поднимаем таз наверх, оставляем его над коленным суставом, вытягиваем руки вперед перед собой. И поднимаем грудной отдел, подходим руками ближе к себе. Раскручиваемся наверх. Наверху раскрываем плечи, поднимаем голову. Делаем глубокий вдох, хватаем себя за кисть правой руки, вытягиваем себя в левую сторону в диагональ. Центр, перехват запястья, с выдохом вытягиваем себя в правую сторону в диагональ. Центр, сзади замок, грудь толкнули вперед, замок из рук назад. И с
выдохом растянули лопатки по сторонам, опустили подбородок к груди, локти вперед. Вдох. И меняем. Левый локоть у нас оказывается наверху. Также обнимаем себя за лопатки. Опускаем руки вниз. Делаем глубокий вдох. Плавно выдох. Три круга плечами назад. Раз, два, три. Правая рука, левая рука. Мои аплодисменты вам. Я говорю каждому, кто занимался вместе со мной, большое спасибо за тренировку. Увидимся. До новых встреч. Пока-пока.